Здравствуйте, вы на канале 7 Дач, с вами Татьяна. Сегодня мы займемся маринованием огурцов по рецепту, который называется «Ажурные огурчики». Итак, нам понадобятся огурцы, которые мы предварительно промыли, отрезали кончики и были замочены в холодной воде на 3 часа. Чистая простерилизованная 1,5-литровая банка, прикипяченная крышка, половина листа хрена, 1 лист черной смородины, 1 зонтик укропа с семенами, пучок зеленого укропа, кусочек горького перца 1 см, 2 средних зубчика чеснока, 1 чайная ложка семян белой горчицы, 2 штуки перца душистого горошка, половина чайной ложки лимонной кислоты, 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка сахара. Сначала мы порежем всю нашу зелень. Отрезаем у зонтика укропа семена. Мелко режем зеленый укроп. Режем лист хрена. Режем лист смородины. Режем чеснок. Всю зелень перемешиваем. Теперь делаем закладку. На дно банки мы высыпаем горчицу и душистый горошек, кусочек горького перца, небольшой пучок зелени порубленной. Закладываем огурцы. Пересыпаем слоем рубленной зелени. Также закладываем огурцы. После того, как мы заложили огурцы по горлышко, засыпаем оставшуюся рубленную зелень. После того, как мы сделали закладку, мы заливаем наши огурцы кипятком. И оставляем на 15 минут под крышкой до остывания. По истечении времени мы сливаем воду в кастрюлю. Добавляем в эту воду столовую ложку соли и столовую ложку сахара. И ставим кипятиться 1-2 минуты. После того, как наш маринад прокипел, мы заливаем его в банку. И сверху добавляем 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. И закручиваем крышку. Переворачиваем и укутываем до остывания. Огурчики по этому рецепту получаются ароматные и остренькие. На этом все. Подписывайтесь на канал 7 Дач, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.